что, подожди, они же еще болят. Давай, я пойду. Ярослав, ты идешь по мне? Я сначала посмотрю. А не ходил еще? Ни разу. Мне нужно настроиться. Пойдем вместе сейчас настроиться. Я настрою, я тебе расскажу секреты. Расскажи тебе секреты. Да. Когда идешь и тупаешь, что... А, вообще вот классная штука, когда я ходила. Я первый раз пошла. Меня много раз в жизни говорили, что бы ни задумала, у тебя не получится. И когда я подошла погреться к костру однажды, мне сказали, иди вперед, впереди поставь... Впереди дорожки поставь свою цель. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет, у тебя не получится, ты скажешь, кто? У меня не получится. Да я по гулям ходила, что мне еще можно делать? Я видел, я мама самая первая пробежала. Да, и ставишь цель впереди и топаешь. Вот, я смогу, я смогу. И при этом получается подушка такая воздушная между гулем и пяткой. Ожога вообще не будет. Но энергии такие. Я ехала потом назад в поезде, и люди мерзли и ругались на проводников, почему так холодно. А я одна была в шортах, и в футболке, мне было очень жарко, я не знала, что мне делать вообще. Я настолько была вот такой энергообмен. Ну я не понял, мужики есть! Так что идем. Еще подушка. Воздушная подушка создается, когда идешь и так плотно топаешь по углям. Просто на полу. Вот пятками. А, пятками. Сейчас покажу, как я делаю. В двух местах только припекло. Молодец. Сейчас будет. А свет включите, покажите, как люди проходят. Поближе подойдите. Ты чувствовать будешь, да, под речок идет энергия на колени, туда, на все организм. Да. Да. То есть я вот так говорю. Вот так вообще уже не надо. И сильно бить по углям. Я должна как по песку горячему. Только даже по песку горячему больно, а по углям нет. Так, кто? Пошли. Так, Серега, даже не это. Пошли, ты даже. Оно уже остыло.